Для исполнения ритмического танца на лёд приглашаются Василиса Мирошниченко, Александр Пискакин, Самарская область. Открывают соревновательную часть состязаний в Перми по фигурному катанию на призы губернатора Пермского края Василиса Мирошниченко и Александр Пискакин, юные спортсмены из Самарской области, тренирующиеся под руководством Татьяны Левиной и Анны Поликарповой. Очень мощная музыка, взята за основу ритмического танца Василисы Александра, спортсменов из группы Татьяны Левиной и Анны Поликарповой. И здесь и танго изгнанников, здесь болеро. Но эти спортсмены постепенно осваиваются с тем, как им предстоит выступать на большом льду, на серьезных соревнованиях. Совсем еще юные фигуристы. Василиса с Александром, 2007 года рождения, партнерши, ей 15 лет, 16 лет партнеру. В Самаре эти фигуристы выступили, показав шестой результат. Ну, кстати, лучше их выступление было в произвольном прокате, потому как по итогам ритмического танца эти спортсмены находились на седьмой строчке, но показали пятую сумму в произвольной. Но сейчас вряд ли можно назвать очень уж удачным этот их прокат. Не обошлось без падений, не слишком удачно выполнили спортсмены и обязательные секции аргентинского танго, а именно этот танец является обязательным паттерном в нынешнем сезоне для юниорских соревнований. Вот сейчас вы видите, как, казалось бы, совсем безобидной ситуации. Партнер во время исполнения секции твизлов оказался на льду, но партнерша его поддержала, и уже дорожка шагов по диагонали была исполнена спортсменами, скажем так, чуть лучше, без падений. Ну, а сам, пожалуй,
успешным элементом, если мы говорим о технической составляющей, стала как раз-таки эта поддержка. Фигуристы получили нулевые оценки от арбитров, но это не значит, что они не получат балл. Это означает, что они получат базовую стоимость за эту поддержку. А Самара, привет, говорит Саша Пискайкин, ну и мы тоже передали. И на Волгу с Камой, а также записываем первый результат сегодняшних соревнований.